Нет, Лариса Алексеевна, ну это же мракобесие какое-то. Вы читали в «Советском спорте» цитату из речи Картера? Нет. Цитирую. Мы должны отнять у Москвы Олимпийские игры. Отнять! Вы представляете? Мамочка, привет! Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Я только что от Аркадия Юрьевича. У него прогноз самый-самый положительный. Mm-hmm. Ты представляешь, лекарства действуют. Вот я тебе принесла. И яблочки. Скоро, мамочка, скоро ты у меня забегаешь. Mm-hmm. Так мы то же самое говорим. Лариса Алексеевна, вы помните Свиридова? Ну, конечно. Он же с брусьев сорвался. Да, 8 лет назад. Так он получил такую же травму, как у вас. И ведь он стал. Ну, да. Не сразу. Но ведь он стал. Кстати, он просил вам огромный привет передать. Он сказал, ему очень помог санаторий под Суздалем. Там новейшее оборудование и самые свежие методики. Тань, мамочка, я обещаю, я все узнаю про Суздаль. Голубева, а? Зайдите к Славе. Иди, иди, иди. Можно? Да, проходи. Вы меня звали? Так. Это тебе. В качестве аванса. Я знаю о твоих семейных проблемах. София рассказала, так что перебей. Не бойся, это мои кровные. М? Большое спасибо, я отработаю. Отработает она. Знаешь, что написано в трудовой книжке простой советской манекенщицы? Рабочая 3-5 разряда. А знаешь, сколько она официально получает? Сколько? 67 ре 30 копеек. А манекенщица высшего разряда? Ну, 90-е, так что цени мою щедрость. У меня на тебя очень серьезные планы. Будешь лицом моей новой коллекции. Так что приготовься к пахоте, да? Угу. Примерки, показы, съемки, гастроли. Угу. Ну, надеюсь. Спасибо. Угу. Спасибо. Спасибо вам еще раз. Докажи, что ты можешь. Мы Америку догоним, не пройдет и два. Какие люди! Привет, мой дорогой, привет. Пойдем со мной, пойдем. Поприветствуем! Хочу вам представить привет всем. Моя подруга, умница, красавица, восходящая звезда подиума. Татьяна! Ой, какие глаза! Так, вас надо показать Илье. Глаза нет меньше на прилавке сервелат. Кстати, познакомься. Известный гитарист группы Хрона. Ты группу Хрона знаешь? Нет, не знаю. Она не знает группу Хрона. Провал. Вы что делаете? Собаку-то не травите. О, Лилёк, тебе, по-моему, хватит. Это Маретта. Познакомься, Татьяна. А это наша малышка Лили, манекенщица с Кузнецкого. Привет. Ваше здоровье. Примем мы Олимпиаду. Это классно, это надо. Только в телевизор гадам мы покажем клоунаду. Мы Америку догоним, не пройдет и 2 декад. Только обгонять не станем, будет видно голый зад. Скоро вся людская раса будет мирно жить на Марсе. Значит, нынче на Земле можно не работать всем. Пошли. Аккуратно.
Тонечка, красавица моя. Ага, молодец. А откуда у вас это зеркало? Нравится? Это моя гордость. Добрый. Это моя гордость. Последнее приобретение. Мебеля из загородного имения самого... Геринга. А ты я знаешь? Я увел у тебя из-под носа. Где вы их купили? Комиссионно? Да нет, баба какая-то продавала. Из березки. Танюше повезло. За 1500 взял. За сколько? 1500. 1500! Да ей цены нет. Мебель как новая, отреставрирована. Года через 3 отдам за 3,5. Слушайте, а вы не помните, продавщицу не Ксения звали? Да понятия не имею, зачем мне это надо? Понятно. Танюш, девочки! Девочки, идите! О! Ой, да ты что, чуть не сбила меня? Извини, ты куда? Домой. Простите. Что такое? Как ее зовут? Таня! Таня! Простите, меня Петр зовут. Да, очень приятно, Таня. А вы куда? Мне домой пора. Так я провожу. Нет, нет, в другой раз. Здорово, старик. Здорово, здорово. Татьяна, где вы пропали? Я вам звонил днем, потом вечером. Вот, подарки. Да, спасибо. Я очень соскучился. Сейчас, подождите минутку. Хорошо. Слушайте, давайте мы с вами сразу договоримся, что то, что между нами произошло, больше не должно повториться никогда. Я понимаю, это игра. Кокетство, нет, да? Все игры закончились. Вот здесь 500 рублей. Возьмите, пожалуйста. Это ровно за один курс именно. Мы с вами в расчете. Я вам больше ничего не должна. До свидания. Девушка, так не пойдет. Не надо со мной так шутить. Я ведь знаю, что это по-русски «Динамо». Слушайте, уходи. Что? Другого нашла? Ты кого нашла? Больше платит, да? Никого я не нашла. Просто возьмите деньги и уходите. А? Ты что орешь? Тебя весь дом услышит. Ты что, ее ударил? Ты мне обещала девку. Надолго. Что ты сказал? Не трогай. Не трогай ее. Прошу тебя. Ты мне ее обещала надолго. Почему она не хочет меня? Почему не хочет? Ты мне ее обещала. Таня, не слушай его. Уймись, придурок. Я прошу тебя. Договорились, да? Придурок. Танюша. Танюша. Я тебе завтра все объясню. Гюнтер не объявлялся. Скоро объявится, он уже в стране. Как там новенькая? Голубева. Представляешь, она в фаворе у Славы. Способная девка. Писалась на раз. Появится Гюнтер. Он же у Волкова, по-моему, и в прошлый раз терся. Да. Ну так вот, постарайся их с Голубевой свести как-нибудь. Ну что там у них? Какие варианты? Фотосессия или что-то в этом роде? Хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. Котлетки? Горячие? Ты что, сама приготовила? Подожди, сначала банку. Когда ты научилась, ты же не умела ничего. У вас же домработница готовила и Ларка. Жизнь всему научит. Это точно. Таня, все. Я выгнала эту психованную чеха прямо ночью и выдворила. Все, забудь о нем, он больше тебя не тронет. С квартетом, который называется «Ген». И который популярен и на Украине, и далеко за ее пределами. Конечно, есть немало ансамблей с более солидным. Алло, Софи? Я. Это Таня. Ну? Я сейчас передам трубку своей соседке. Ты не могла бы ей назвать сумму, за которую антиквар Рома купил свой мебельный гарнитур для кабинета? Ну, валяй, интригуешь. А в чем дело-то? Он все равно его никому не продаст. Ты что, знакома с Романом Богдановичем? Ксения Васильевна.
И не только с полуслова, а с полуслова. И нужно такое, что объединяло Алло. Их сердца. Женщина, в данном случае, мебель не продается. Рома купил ее за 1500 у какой-то хабалки из Березки. Она вообще две просила, но Рома торговался как зверь. Все, ребята, все понятно? Все работали в хоре. Ну, а вот то, видите, как тесен мир, Ксения Васильевна. У меня купили за 500, а продали за 1500. Наш... Таня, детка. Вкус интересно. До свидания. Ты очень точно определил то, что свело вместе четырех бывших хористов. Любовь к детям. Шли годы, росло мастерство квартета, значит, росла и любовь к нему. Поэтому росло и количество концертов. Ну что же, вы опять не готовы. Абсолютно не готовы. Научный коммунизм. Это же основа основ. Но мне казалось, что для студентки филфака основа основ – это литература. Боюсь, Голубева, вы уже не студентка филфака. Если вы опять завалите зачет, мне велено передать вам приглашение в деканат. Вас там ждут прямо сейчас. Дорогу помните? Я понимаю, у вас черная полоса. На ваши плечи легла забота о матери. Таня, соберитесь, возьмите себя в руки. Еще один пропуск, еще один несданный зачет, еще одно дисциплинарное нарушение, и вы будете отчислены. Я больше не смогу вас прикрывать. Все. Ступайте. Запомните, это было последнее предупреждение. Девочки, внимание. Светочка, секунду. У меня объявление. Сейчас подъедут два автобуса. У нас выездная сессия для журнала МОД. Отлично. По двум адресам. Олимпийская деревня и Ленинские горы. Так, в Олимпийскую деревню едут Надя, Эмма, Вика и Лена. На Ленинские горы все остальные. И... А где у меня Таня и София? Как обычно. А. Ну что, все, я поеду. Ну все понятно? Да. Я уже на Ленинские горы. Ну точно. Ну что, Танюха, поедем к твоим профессорам. Слушай, а Регина Борецкая, она кто вообще? Чего? Ну, всему свое время, скоро узнаешь. Девочки, познакомьтесь. Гюнтер Ферге. Соня. Гюнтер. Янек, Польская Народная Республика. Есть Польская не сгинела? Янек Кухарский. Кубета. Читали? А не сгинела. Соня. Ищхайся, Таня. О, прекрасно. О-хо-хо, почти без акцента. Отлично. Хорошо. Еще раз. Пани, полоборота. Полоборота. Таня, у меня идея. Минуточку. Подождите. Это фантастика. Колоссально. Und wovon wollen Sie das schreiben? И о чем вы собираетесь писать? Не о чем, а о ком. Советская молодежь. И все, что с ней связано. Рок-музыка, например. У нас нет рок-музыки, только эстрада, я. Знаете, что это такое? Все у вас есть, если хорошо поискать. Кстати, завтра я еду на подпольный концерт в ней. Группа Хрона. Хрона? Хрона? Вы что-нибудь слышали о такой? Ну, конечно. Я даже знакома с гитаристом. Тогда приглашаю вас на концерт. Откуда у вас такой хороший немецкий? Я вам потом расскажу. Это очень хорошо. Продолжайте наблюдение. Обо всех его контактах сообщайте мне немедленно. И присматривайте за Голубевой. Клюнул на нее или не клюнул, первый шаг уже сделан. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Работайте. Угу. Катюш, привет. Привет. Ну что, пойдем обедать? А? Подождешь полчаса? А то мой еще не уехал. А, ладно. Вот, учись.
Ничего себе! Это наша Голубева? Наша, наша. И когда она это все успевает? Она все успевает. Ладно, наслаждайся. Это Голубева. Я вижу. Гениально! Это финал! Фиксируем! Девочки, умницы, красавицы! Вот так, как сейчас сделали, вот лучше уже не бывает, да? Это у нас. Это хорошо. Значит, все зафиксировали, да? Отдыхаем! Ты чего такая бледная, а? О, пошли! Тань, ну так нельзя, надо что-то с собой делать. Да все в порядке. Угу, отдыхать надо. Ну просто голова закружилась, непривычка. Я вижу. С непривычки у нее голова закружилась. Ну правда, ну. Да, да, я вижу. Слава. Да? Она меня не слушает. Скажи ей. А ну, что? Посмотри случилось? На нее. А? Она права. Она права, надо уметь отдыхать. Надо искать положительные эмоции. Так что где хочешь, там ищи. Завтра французы, чтобы глаз горел, чтобы. Мух! Славочка, да. Тебя ждут в пошивочном? Меня ждут в пошивочном. Слава, очень ждут. Меня очень ждут. Отдыхайте, отдыхайте, не морочьте голову. Ты все поняла? Отдыхать, сказала начальство. Пошли. Ты даже себе не представляешь, какие у тебя перспективы. Ты без году недели в доме, Слава тебя уже замечает. Париж тебя с собой, может, возьмет. Такого не было никогда. Да, но только если я завалю экзамены, меня вышибут из университета. Это будет катастрофа. Ой. Катастрофа, моя дорогая, это все, что с тобой уже произошло. И хуже, по-моему, быть не может. И надо тебя как-то доставать из этой ямы. И маму, кстати, тоже. А ты вон загоняешь себя непонятно куда. Да, ты, наверное, права. Права. Конечно, права. В нашей жизни, чтобы зарабатывать много денег, надо быть бодрой, веселой и очень энергичной. И шикарной. Чё-то вы знакомый? Молодой человек, а вы машинкой-то не ошиблись? Нет, я по адресу. Какие девочки? Адресок, телефончик. А? Ты видала? Ты как на Мерседес-то пересядешь, дорогой, так сразу тебе и будет адресок, телефончик. Чао! Ой. Обещаний не давайте и поменьше слов. Поступками сражайтесь против дураков. Настоящее уныло, все печально, все пройдет. Вот это Кучеряв, это мой друг, мило. Замечательный музыкант. Он и клавишник, и гитарист, и певец, как видишь. Красавчик! Да-да. Я его знаю. Его да, знаешь? Сожри в кулак и пойми. Голова и всех зевак, если сам себе.
выглядите. Спасибо. Вы неважно выглядите. Спасибо большое. Голова закружилась. Угу. Лучшее средство от обмороков – бутерброды. Спасибо. Дождь как-то. Как там наша Танюша? Жива? Все хорошо, да. Все нормально. Привет. Танюш, просьба. Сейчас Регина подъедет. Нам буквально на минуту надо выскочить. С Лилькой, ладно? Пожалуйста. Посмотри за мелкой, а? Да. Да, да, конечно. Это, кстати, Лиля, это Таня. Да, мы же виделись. Да. Какие цветочки? А, да, конечно. Вы мой кумир. Я обожаю вас. Привет, молодцы, ребята. Петр, ребята, замечательно. Браво, поздравляю. Отличный концерт. Поздравляю. Мировой уровень. Я уверен, если будете выступать в Европе, будет громадный успех. Спасибо на добром слове. Вы, конечно, преувеличиваете, но все равно очень приятно. Бутерброд. Спасибо. Не едем, потому что не зовут. Ну, не все сразу. Вот видите, снова встретились. Да. Приехала. Как вам песня? Понравились? Очень. Что вам тут? Кстати, мне показалось, или правда там мы упали только что? Да, это так. От переизбытка чувств. Я прошу прощения, можно я заберу товарища? Нам настраиваться надо. Да, да, бутерброды берите. Берите с собой. А, давай. С удовольствием. На сцене пригодится. Забираю вот это. Воду спасибо. Обязательно. Вам не надо, да? Благодарю. Заходите к нам после концерта. Хорошо, спасибо. Только обязательно приходите. Маша, аккуратно. Ты чего? Осторожно. Что? Ну-ка, на водичкой запей. Не надо бутерброд с пометку жевать. Все, пойдемте. Скоро третий. Пойдем, пойдем. Начинается, начинается. Пойдем, пойдем. Бутерброды возьмем. А? Танюша! А? На минутку. Я жду. Слушай, друг, выручи, а? Забери к себе Машку сегодня на ночь, а? Слушай, у меня завтра там... Да не на завтра, на ночь. Мы с утра ее заберем. А что случилось? Ой. Показ закрытый в Национале для боссов, для этих, олимпийских. Ну, очень надо. А на улице там что произошло? Дружочек, я тебе все расскажу, ладно? Только потом. Ну, хорошо? Ладно, да. Некогда, бегу. Хорошо. Лиля, пошли. Мама! Над головами всех зима и рассвет. Кто тут у нас? Да тише ты! И что делать? Ну что? Так, пойдем. Все, подожди. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Вы удивительные молодцы. Прекрасный концерт. Я сделал отличное фото, будет замечательный репортаж. Спасибо. Теперь нужно бежать. Дела. Прошу меня простить. Ты сможешь доставить девочек домой? Конечно. Все, отлично, отлично. Молодцы. До свидания. Исчез. Это для вас. Тихо. Спасибо. Заснула. Вы простите, что так получилось. Вас, наверное, друзья ждут. Обидятся. Да ничего. Куда вас везти? На Ленинский. Далековато, конечно. Да хоть до канадской границы. Тихо-тихо. Хорошо, хорошо. Петь, на одну секундочку можно тебе? Простите, ради бога, на одну секунду я Петю заберу, конечно. И верну. Пошли, да зачем? А зачем? Сейчас скажу, зачем.
первый раз в жизни в десятку попал. Девочка, класс. Да пошел ты. Да я уже пошел. Вот иди. Ну, так мне машина от деда и досталась. Что-то случилось? Вы так напряженно молчите. Последнее время слишком много всего случилось. Я была бы рада, если бы какое-то время в моей жизни ничего не происходило. Я знаю вашу историю. Сонька рассказала. Но вы молодец, держитесь. Сколько сил нужно. Иногда кажется, что сил уже нет. Никаких. Я помогу. Нет, спасибо. Я справлюсь. У меня у отца куча знакомых врачей. У евреев же как? Ты либо врач, либо музыкант. У меня папа музыкант, а друзья у него все врачи. Спасибо. Где мама? Машенька, мамочка завтра приедет. Да она еле на ногах стоит. Давайте я ее на руках до квартиры донесу. Сама дойду. Ну ладно. Давайте хотя бы тогда цветы помогу донести. Я сама. Ой. Цветы мои. Извини. Ты извини. Стукнулись на брудершот. Значит, надо целоваться. Спасибо. Ну что, пойдем? Спасибо. Ладно, давай, пока. 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 Пока-пока. Пока. Девочки, погодите. Я тебя очень прошу, позвони. Позвони, когда сможешь, ладно? Хорошо. Иди. Давай, пока. Я спать хочу. Пойдем, пойдем. Пока. Пока. Привет. Привет. Машка спит еще? Да. Я в ванную, можно? Да, конечно. Угу. Слушай, у тебя колготки были? Да, я знаю. Зачем же ты его пила? Я не пила, меня обливали. Слушай, я хотела тебя спросить. Mm-hmm. Да. Слушай, у тебя тут есть? Да. А лучше перекись, ну? Хорошо. Страшно?
Ничего, детка, смотри, привыкай. А! Тебя тоже это ждет. Изнанка профессии. Ты же об этом хотела спросить. Какой профессии? Ты же манекенщица. Ой, знаешь, дай мне тоже. Все мы манекенщицы. До 11 вечера все мы манекенщицы, а с 11 до утра мы валютные шлюхи. А если клиенту приспичит днем, мы работаем днем. Вот только не надо делать вид, что для тебя это новость, я тебя умоляю, а? Давай, давай, чего замерла? Фермачей обслуживала. Бундусы. Не, бундусы вели себя культурненько. А на выходе из натуриста три местных оперативничка меня с марками повязали и в ментовку. Вот там пришлось попариться. Ой, Танюх, не могу больше. Никаких бабок это не стоит. Все ментовка меня отымели. Вот так. Мамочка! Мама! Ты солнышко. Мамочка. Дочечка моя. Золотая моя. Ты проснулась. Мой золотой ребенок, моя девочка. Ты так по тебе соскучилась. Я тоже по тебе соскучилась. Я по тебе очень соскучилась. Я тебе, знаешь, куклу принесла. Смотри, какая кукла. Смешная, правда? Это тебе тетя Саня передал. Помнишь? Она похожа на тетю Саню. Похож, правда, похожа. Очень похожа. Да. Мое сокровище. Танюш, мы сейчас, мы уже уходим. Ну что ж, Голубева, ошибок немного, но они принципиальные. Очень красноречивые ошибки. А именно? Ну, вот вы пишете, что Вертур просил Альберта одолжить ему в дорогу охотничье ружье. А в тексте речь идет о пистолетах. Хорошо, пистолеты. Это так важно? Важно, Голубев, важно. А еще важнее ваше отношение к учебе. Я забыл, когда вы последний раз были у меня на лекции? Ладно, памятуя о ваших прошлых успехах, ставлю вам удовлетворитель. Послушайте, это несправедливо, но тройка мне не нужна. Ничем помочь не могу. Что это? Вы что себе позволяете, Голубева? Или вы считаете, что если вас печатают на обложках дешевых зарубежных журналов с весьма сомнительной репутацией, вам все позволено? Дайте мне зачетку. Я сказал, дайте мне зачетку. Вон из аудитории. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу пересдачи экзамена. Угу. Пожалуйста. А, нет. Пересдачи не будет. Преподаватель по истории немецкой литературы только что поставил вам неуд в экзаменационной ведомости. А это автоматическое исключение. Будьте любезны, зачетку.
Завтра ректор подпишет приказ о вашем отчислении. Сделано вчера в 19:20 около здания Дома культуры «Восток». О, они опять вместе. Очень хорошо. Я понимаю, что задача непростая. Но нам нужно закрыть Гюнтера на Голубеву. Раскрываться перед ней мы не можем, так что пока будем использовать ее в темную, а дальше по обстоятельствам. Так что будь добра, приложи все усилия, чтобы свести их, и как можно ближе. Я попробую. Ищу подходы. Шанс есть. У нее сейчас большие финансовые проблемы, и это мне на руку. Но с вашим немцем не легче, он вообще не выходит на контакт. Ищи способы. Но девочку по вызову из нее не делай. Только Гюнтер и все. Не пойму, там что-то с ремешком. Спасибо, что с Машкой посидела, Лилька ее забрала. Угу. Что там у тебя? Жмут. Девочки, на выход. Давай, 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 давай. Сейчас пройдите разок и сразу поменяем, хорошо? Да, хорошо. Слава богу, что пробуем технически. Вы уже себе что-нибудь подобрали? Пока нет. Сейчас начнется самое интересное. Самое интересное, дорогуша, это в Париже и в Милане. Стоп, 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 стоп! Так, ко мне? Идите все сюда. Так, Голубева. Одна по центру. Да. И вот попробуй сделать то, что ты сейчас сделала. Да. Давайте еще раз. Замечательно. Оригинально очень. Ты с ума сошла? Ты чего? Что с тобой? Ты как сама не своя? Ты плохо себя чувствуешь? Тань! Где она? Где она, моя героиня? Где? А вот она, моя красавица! Вот она, молодец, а! Вышла из ситуации, выкрутилась! Это Нина так хохотала, я думал, что она взорвется. Значит так, мои хорошие, завтра очень ответственный показ, очень ответственный показ. Будут французы. Я не хочу ничего заказывать, но, возможно, если им понравится, пойдем в Париж. Понимаете? В Париж. Мы все поедем в Париж. Поэтому релаксироваться, отдыхать. Никаких мужчин. Слышишь? Никаких мужчин. Никаких мужчин. Спать, спать, отдыхать. Завтра решительный бой. Да, я пошел. Я пошел. Хваткая такая, без мыла уже везде пролезла. А Слава-то на нее запал. О, ну ты и выступила, подруга. Всех убрала. Если так дальше пойдет, девки, нам хана. Хана-хана, даже не надейтесь. Точно хана. Молодцы. Молодец, девочка, молодец. Слава тобой очень доволен. Умница. Софа, через полчаса выйдешь к главному входу. И что там? Сядешь в машину «Черная Волга», поедешь в Украину, клиент «Болгарин» из спорткомитета. Болгары вроде как не мой профиль. Вроде не вроде, это решаю я. Клиент мне нужен, и тебе кое-что перепадет. Блинами расплачивается. Спасибо, что не румын. Заказ сделает румын, поедешь к румыну. Да я шучу. А я не шучу. Соф, прикинь, ко мне сейчас Нинель в коридоре подвалила. Лапами мне своими хватает. Хорошее, говорит, платье. Мне, говорит, тоже такое нужно. Мне, говорит, такое пойдет. Пойдет. Вот дура старая. Да у нее задница. Я в планетарии такой глобус видела. Света, Света, Света. Извинись.
сейчас же извинись. Извините, Нинель Викторовна. Ну ты тварь. Простите, пожалуйста, я не... Это я не вам, простите. Паскуда. Тварь. Что вы себе позволяете? Она же извинилась. Тань. Послушайте, если у вас какие-то проблемы, вы выйдете за дверь, успокойтесь. Что? Что она сказала? Что сказала эта прошмандовка? Она устала. Сегодня был очень тяжелый день, очень тяжелая репетиция, поэтому она... Так, извинись немедленно! Я не понимаю, почему я должна извиняться? Мне кажется, что она должна извиниться. Ты... Ты кто такая? Ты что себе позволяешь? Ты знаешь, кто я? Я жена члена Центрального комитета! А я дочь профессора МГУ. Подождите, Нина Викторовна, давайте успокоимся. Пойдемте ко мне, у меня есть свежайший вок, полистаю. Ты слышал, Слава? Ты слышал? Это практикантка. Это всего лишь практикантка. Практикантка? Да. Уже нет. А... Шандец настал ее практике. Нинель Викторовна, а у нас давайте обувь посмотрим. Ой, Танюш, да скажи спасибо, что не 37-й. На Соловки не сошлют. А из дома моделей вышибут. Ну, тоже ты молодец. Но промолчать не могла. Ты же видела, баба она серьезная. Ну, прогнулась бы, что ли, я не знаю. Она ж тебе перекусит, даже не подавится. Ну, ладно. Все будет хорошо. Давай, ты сейчас езжай домой, отоспись. А то ты маму напугаешь вон. Ты себя вообще видела? А можно тебе прямой вопрос задать? Ой, Танюш, давай не сейчас, а? А что, тебя ждет кто-то? Ну, по-моему, это не имеет значения. Нет, ты скажи, если кто-то ждет. Ты просто час назад разговаривала с Региной, и я слышала обрывок разговора. Вот подслушивать чужие разговоры, крошка, это совсем некрасиво. Я не подслушивала. Там и глухой услышит. Ты просто скажи, кто тебя ждет, Соня. Ты валютная проститутка. Что смешно? Ты бы слышала, с какой интонацией ты мне это спросила. А если бы ты еще видела свое выражение лица при этом? Помнишь, фильм был с Соломиным, адъютант его превосходительства? Там мальчик спрашивал. Дядя Юра, вы шпион? Да. Да, Танюш, я шпион. Да, я валютная проститутка. Ну, режь меня, я не знаю. Бей меня, сдавай меня. А вместе со мной и всех вон, всех наших. Ну, и Регину нашу, чтоб ей скопать эти суки побыстрее. Давай, всех нас за шкирман и в Дзержинский районный суд города Москвы. Зачем ты так, Соня? Я просто спросила. Ой, ты бы видела свое выражение лица при этом. Прости. Прости? А нет такой статьи в УК СССР. Нет и нет. А я его как свои два пальца знаю. Вещи ты носишь, Танюш, фирмовые. А не всякий советский ширпотреб. И рожу ты красишь французской косметикой, а не всякой дрянью болгарской. А вот это здесь при чем? Тем более, что я это никогда не покупала. А, я совсем забыла. Папочка же привозил. А сейчас папочки нет. Умер у тебя папочка, Тань. Умер. А мама в больнице, и маму спасать надо. Вот именно поэтому я и работаю здесь, и честно работаю. Молодец, Таня! Ну что, ты сказала А, говори Б. А Б это что, к Регине? Ой, ну ханжой только не будь, пожалуйста. Я не ханжа. Ну не ханжа. Ну ты просто, что ли, я не знаю... Неопытная, маленькая. Тань, ну ты сама подумай. Ну мы что, здесь деньги зарабатываем? Мы здесь статус себе зарабатываем. Себя показать.
на людей посмотреть. Мы клиентов себе здесь зарабатываем, Тань. А деньги они не здесь. У Регины? Да. У Регины. Мне пора.